Наружное освещение начнет работать сегодня ночью. График включения и отключения уже составлен и утвержден. В период с 6 по 10 августа фонари будут загораться в 23:50, а гаснуть в 2 часа ночи. Начиная с 11 числа продолжительность работы наружного освещения начнет постепенно увеличиваться. К примеру, 26 августа фонари будут гореть уже более 6 часов. По вопросам неисправности в системе наружного освещения горожанам необходимо обращаться в Кандалакшскую горэлектросеть. Это можно сделать по телефону 94-02.